«Последнему морю», да? Нет, «Последнему морю» там эта книга «Ян». Это другое. Да, это там он подошел к тому морю, по-моему, Средиземному. А это когда Европу брал? Да, когда Европу он. Да, да. Я перечитал трилогию. Но я давно читал, правда. Да надо его перечитать, конечно. Вот, после вот этого путешествия. Воды, там, да, «Последнему морю» и «Чингисхан», да, три? Да, 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 да. Все вот эти три. Все три книги надо прочитать. Ну вот, Радик, мы приехали вот в этот все, район, да? Где, ну, уже все, уже, где уже нет света, где уже нет гирлянд всяких, привокзальный уже. Привокзальный, да? Вот этот микро, Алмагуль называется, он как раз вот сейчас к вокзалу уже. Ну, отлично, отлично. Ну, Радик, один вопрос нескромный. Да, нескромный, да. Нескромный. Ага. Вот, чтобы так путешествовать, должно быть, вы очень много работали, да? Нет. Нет, 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 нет. Занимались бизнесом, что-то там. Нет, нет, нет. Дело... В чем секрет? В чем секрет? Значит, мы, в принципе, давно уже путешествуем. Ага. Вот. Раньше мы путешествовали, брали горящие путевки. Ага. Вот. По разным странам путешествовали, путешествовали. А сейчас вот... Это у меня уже второе такое длительное путешествие. Mm-hmm. То есть вот в прошлом году я во Владивосток съездил, туда и обратно. Вот. И вот в этот раз через Юго-Восточную Азию тоже. Mm-hmm. Вот. И ты знаешь, пенсии хватает. Серьезно, вот 11 тысяч рублей пенсия. Плюс еще в Ютубе я подрабатываю где-то, ну вот. Да, немножко капает тоже. Ну как добавка к пенсии. Ты знаешь, ну, правда, жестокая экономия. Да. Только в таком. Благодаря этому, да? Только благодаря этому, конечно. То есть живешь в хостеле. Мне даже самому стало интересно. Вот. Смогу ли я прожить на пенсию российскую? Вот так в путешествии. Оказывается, даже можно и на пенсию. Пенсионеры лежат, да, плачут, да, дома, да, говорят, у нас не хватает жить там в России. Да, 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 да. Нет, вот, а возьмут с вас пример, да? У вас та же самая пенсия, да, по сути? Ну, 11 тысяч рублей, да, у некоторых там и побольше. Вот. А вы вон как 5 месяцев дома не были. И нормально я укладываюсь. Да, весь в этом, то есть... сколько этот. Вообще, конечно, очень здорово. Да и даже один раз домой выслал деньги. Немножко, конечно. Ну, там понадобилось жене там что-то. Я перечислил, да. А я думал, ну, вы, наверное, хорошо работали последние 15 лет. Многие, кстати, такой вопрос задают. Бизнес хороший. Нет, 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 нет. Но, правда, опыт, конечно, вот этих предыдущих поездок, вот по горящим путевкам, мы вот в Египет часто ездили, вот, он, конечно же, позволяет опыт вот этот. Вот, то есть все-таки как бы это, ну как бы чувствуешь себя увереннее. Вот. Конечно, ну не первый раз. Конечно. Да, не первый раз, как говорится, в Таиланде не первый раз, конечно, не первый раз. Вот. А были какие-то вот такие, ну, нехорошие случаи, там, когда вот... Может, там ограбить кто-то хотел там вас или еще что-то там. Я стараюсь по ночам не ходить. А, ночью? Да, по ночам не ходить. Ага. Это раз. Основное условие это, да? Да, основное условие. Потом... Не хочешь проблем, не да. Да, 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 да. Потом все-таки путешествую по крупным городам. А, непонятно. Вот, да, 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 да. То есть. И вот если я еду, вот сегодня это исключение из правил. То, что вот я еду с частником. Стараюсь автобусы. Допустим, то есть, да, да, вот, там, или на поездах, там, вот. А тут как-то я поверил тебе. Ну, я сам прям, как-то кто-то повел меня и сказал, вот, подойди к нему, скажи. Слушай, наверное, Аллах мне помогает. Есть, есть, конечно, я чем-то полезен был Богу сегодня. Да, 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 так что. Хорошо, спокойно лягу сегодня спать. Да, да, да. Не просто так поражен. Конечно. С какой стороны заехать? С этой или с этой? Как? Да, с любой стороны. Я ж дойду. Так и так. А где он вообще-то, вокзал? Вот, а, вот он. Вокзал написан. Все, ну все тогда, я выключаю камеру. Все, мы приехали. Приехали на вокзал. Да. Добрались. Все.